Відкрита трибуна. Нет, конечно, это не случайность, это не самоубийство. Им просто нужно было убрать человека, который не хочет с ними сотрудничать. И так как его братья тоже не хотели сотрудничать, им тоже нужно было их убрать. Это закономерность. В наши дни случайностей не бывает. Тем более таких, с такими людьми. Я считаю, что это не случайно. Это заказное все, дети. Это все заказное. Кому-то помешали. А кому? Пусть правоохранные органы это все выясняют. Хотя сейчас выяснить, ну вряд ли это, чтобы выяснить это надо, задействовать умных, ответственных и честных. А у нас их очень мало. Конечно, нет. Кривой Рог, никто, по-моему, из криворожан не верит в случайные три смерти. Так что я думаю так, такое мое мнение. Вот, поэтому то, что те сведения, которые предоставляет полиция, никто не берет во внимание, потому что три смерти подряд молодых людей не бывают случайными, я так считаю. А Павлов — это молодой человек, мэр был перспективный, царствие небесное. Нет, это не случайность. Это их просто убрали. Они были невыгодны нынешней власти. И наша власть коррумпирована. Их просто убрали. И все. Считаю, что нет. Это просто уничтожение рода Павловых. Кто это делает, пускай разбираются органы наши. Відкрита трибуна.